У 46-летнего Робби Уильямса, Робби Уильямс, и 40-летней Айды Филд, Айда Филд, родился четвертый ребенок. Малыша паре выносила суррогатная мать. О счастливом событии рассказала сама актриса. Она подчеркнула, что сына родила другая женщина, но биологически он – ребенок супругов. Айда опубликовала снимок, на который запечатлены 4 пары детских ног. «Найдите разницу», – пошутила Филд. Она пояснила: «Мы счастливы, что можем подержать нашего здорового сына на руках. Теперь наша семья официально стала полной. Мальчика назвали бы Бенедикт Энтавен Уильямс. Его выносила та же суррогатная мать, что и третьего ребенка пары. Женщина присутствовала даже на первом дне рождения девочки, которую родила для звездной пары. Дочери Коко уже 2,5 года. Двух первых детей Айда смогла родить сама, дочери Тедди сейчас 7 лет, а сыну Чарли 5. Робби Уильямс снялся полностью обнаженным, чтобы поздравить поклонников с праздником. Музыкант переусердствовал с ботоксом. Он повеселился как русский в своем скандальном клипе.